искупались, впечатление моря проплыли. Но когда ехали домой, встретили нашего медика. Девочка работает в Мечниково. И она нам напомнила, что в Днепре может быть эмбрион холеры. Поэтому я все-таки решила снять и сказать вам, друзья, не повторяйте нашего опыта. Сейчас пойду все смывать. Хотя еще нам говорили, что не подтвержден эмбрион холеры в Днепре. Но лучше уберечься. Поэтому не надо купаться в Днепре. Это мое мнение. Лучше в бассейне. Можно съездить на Ариль. Ариль. Есть такая прекрасная речка у нас. Туда точно не попадет холера. Пошла смывать. Так как рекомендуют наши медики, в Днепре купаться опасно, в Самаре купаться опасно, поскольку может быть эмбрион холеры. Воду из-под крана пить опасно. Заботимся о своем здоровье. Лучше потерпим. Плавать будем в бассейне. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, пишите комментарии. Хорошего вам дня! Сегодня мы решили открыть купальный сезон. Раньше мы открывали купальный сезон 1 мая. Сегодня выехали на Днепр. Проплывем. Очень много рыбаков. Выбираем место. Место выбираем. Есть место. Песочек. Песочек. Речной. Проплывем. Соскучилась за плаванием, за водой. Очень соскучилась. Наконец-то проплыву. Водичка теплая. Все, пошла. Пошла плавать. Эмоции, куча плавать, это замечательно. Искупались, впечатления моря проплыли, но когда ехали домой, встретили нашего медика. Девочка работает в Мечниково, и она нам напомнила, что в Днепре может быть эмбрион холеры. Поэтому я все-таки решила снять и сказать вам, друзья, не повторяйте нашего опыта. Сейчас пойду все смывать. Хотя еще нам говорили, что не подтвержден эмбрион холеры
в Днепре, но лучше уберечься. Поэтому не надо купаться в Днепре, это мое мнение. Лучше в бассейне. Можно съездить на Ариль. Ариль, есть такая прекрасная речка у нас. Туда точно не попадет холера. Пошла смывать. Так как рекомендуют наши медики, в Днепре купаться опасно, в Самаре купаться опасно, поскольку может быть эмбрион холеры. Воду из-под крана пить опасно. Заботимся о своем здоровье. Лучше потерпим. Плавать будем в бассейне. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, пишите комментарии. Хорошего вам дня!